Вновь выиграть этот заезд. Скорее всего, именно так и будет. Поднята задняя стойка, опора шасси на двух. Сейчас вот он уже в небе. А Феррари-то уже впереди. И линия полуфиниша совсем-совсем близко, потому что короткая дистанция у этой пары на наших глазах. Осаживает свой Феррари Игорь Абдулов. Разворачивается буквально на пятке и устремляется к финишу. И Роман тоже развернул свой самолет. Добавлен режим максимал. Включен прием. Феррари, ну а так, 458-я первая пересекает линию финиша. Что скажет судья? Судья одобряет увиденное. А это означает, что в первой части первого полуфинала побеждает Игорь Абдулов и Феррари 458 Италия. Ну а Роман Овчинников для вас остается в этом небе еще на некоторое время. Пролет, чтобы рассмотреть всех вас сверху, поблагодарить вас за ту поддержку и за те аплодисменты, которые вы сейчас демонстрировали во время этого заезда. Выполняется сейчас левый разворот на посадочный курс, и Роман Овчинников видит каждого из вас. Кстати, я призову, кстати, выполню твою часть работ, призову фанатов авиации не расстраиваться, еще далеко не закончена дуэль для Романа Овчинникова и Игоря Абдулова. Мы их еще обязательно увидим. Но сама технология подготовки летательных аппаратов такова, насколько я понимаю, что мы будем смотреть заезды двух полуфиналов. Обратимся к другой паре полуфиналистов. Но сначала... Давай Рому спросим. Давай поддержим его, дорогие друзья. Беседуем с летчиком. Роман, ты слышишь нас? Это ведущие тебя приветствуют. Ну как же так, Роман, мы болели, поддерживали, чуть-чуть не хватило. Что случилось? Обещаешь? Отлично! Спасибо большое, Роман, будем ждать следующий раз.